Большинство домов в Рязани построены еще в середине прошлого века, а детские площадки, которые сохранились во дворах, давно устарели и не отвечают современным требованиям. Но большая часть дворов по-прежнему остаются некомфортными и просто опасными для детей. Решить эту проблему и вывести процесс установки детских площадок на новый уровень и призван проект, инициированный Ассоциацией управляющих компаний. Сейчас в нее входят 38 управляющих предприятий, в ведении которых находится более 2500 многоквартирных домов. В рамках муниципальных программ и возможностей управляющих компаний устанавливаются отдельные элементы игрового оборудования, песочницы, качели, скамейки. Однако данные меры не дают должного эффекта и не решают задачи, поставленные главой региона Николаем Викторовичем Любимовым. В рамках этого проекта будут выработаны новые решения по обустройству дворовых территорий детскими и игровыми площадками. На сегодняшний день совместно с жителями нашей управляющей компании определены две дворовые территории для установки более современного детского оборудования. Реализовав инициативу, мы, Ассоциация управляющих компаний, преподнесем большой подарок детям нашего города. На форуме обсудят, как можно оснастить городские дворы современным и безопасным оборудованием. Также производители организуют выставку своей продукции. На этой выставке представлено различное детское оборудование. Игровое, спортивное. В скором времени все это может появиться и в наших дворах. К участию в проекте привлекаются все жители Рязани. По замыслу организаторов, это способствует сплочению граждан. Как будет реализован проект по обустройству детских площадок и игровых зон города, покажет время. Но пока прогнозы у него достаточно оптимистичны.